Всем привет, с вами Маша Смолот, и я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня я продолжаю серию подарочных работ из дерева. Будем делать перекидные четки, они же болтухи. Какое-то время я рисовала эскиз, и вот что у меня получилось. Значит, выбрала тему совы. Человек, которому буду дарить эти четки, очень любит сов. Ну и коллекционирует их в каком-то роде. Поэтому сделаем сову. Значит, у меня получилось 9 звеньев. Это, вот этот размер, он будет в натуральную величину. Они не будут очень большими, порядка 12 сантиметров, наверное. Потому что женские руки достаточно маленькие, так как подарок будет женщине. Вот, поэтому я подумала, что будет нормально. Ну, если вдруг мне покажется, что коротко, я просто добавлю еще по звену. Вот, есть также центральная. Будет с именной буквой и несколько дополнительных. Разделены шариками будут не все. Использовать я буду бусинки между. Вот. Ну и там по ходу дела решим. Насчет головы и хвоста с лапами я еще подумаю. Это в процессе будет. Но пока буду придерживаться этого эскиза. Значит, по поводу дерева. Дерево буду использовать бук, он твердый, поэтому резать я буду частично ножами, частично дремелем и стронгом для тонкой обработки каких-то деталей. Единственное, меня смущает, что толщина очень большая, поэтому мне придется еще как-то продольным пропилить, потому что... Иначе будет бурмашинка, очень трудно будет все это снимать. Ну, поэтому я, наверное, сейчас отпилю сначала вот так, а потом попытаюсь ножовкой или лобзиком отрезать половину. Вот. Давайте отмерим.
Так, ну что, друзья, вот мы и подошли к последнему этапу сборки. Сейчас немного расскажу о том, чем я обрабатывала. После того, как я закончила резьбу, я покрыла морилкой на водной основе. Потом я нанесла льняное масло, дала немного впитаться и заполировала войлочной насадкой. Вот, через пару дней, когда масло окончательно впитается, я еще раз полирну, и будет более такой блеск, более благородный блеск. Я не стала покрывать лаком, потому что все равно при использовании лак будет отбиваться, выбеливаться, и, в общем, я считаю, что дерево должно оставаться максимально натуральным. Вот. Поэтому мой выбор пал на льняное масло. Дальше я буду, конечно, экспериментировать. Может быть, с датским маслом. Также у меня еще есть там несколько вариантов масел. Но вот такой результат получился с льняным. Посмотрим, как это будет все в работе. Инкрустацию глаз я сделала из... Изначально это было сусальное золото в эпоксидке. Вот, получились такие янтарные глазки совы. По поводу того, что будут наверняка комментарии, что глаза настолько выпуклые, что они отобьются. Я согласна с этим мнением, но эти четки идут в подарок человеку, который, ну, будет пользоваться, наверное, но не так часто, чтобы прям вот каждый день с ними заниматься, крутить, вот, и я думаю, что их надолго хватит. Конечно, в последующих я буду глубже сажать глаза, если буду вообще это делать, вот, но в этих я решила оставить так, потому что мне нравится так, вот. Разделители у меня, мне дали деревянные бусы, и из них вот такие вот, я даже не знаю, что это за дерево, но выглядит нехорошо, текстура красивая. И разделители я сделаю из них. Так. По поводу нити. Нить нейлоновая. Очень прочная. Сейчас будем собирать. Четки я собрала. Получились такие четки. Здесь я сделала все плоское. Хотя здесь тоже можно, в принципе, что-то гравировать. Но я решила, что в этих четках будет вот так. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на мой канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать обновления на моем канале. Всем пока!